Приветствую вас. С точки зрения психологии, значит, я могу вам сказать следующее, что потеря близкого человека всегда является травмой, это раз. Травмы нужно прожить, это два. У переживания есть определенные стадии, это три. Я думаю, что вам мой коллега, вот, Сергей Ельченко, например, об этом рассказали более подробно, я не буду на этом останавливаться сейчас. А вот, значит, это занимает определенное время. Следующий момент, это работа с чувством вины и с потерей. Здесь вот уже более такие вот, что называется, деликатные нюансы проступают, потому что не все так, мягко говоря, очевидно. Не все так, мягко говоря, просто. Во-первых, переживания по поводу ухода близкого человека может быть разным. Здесь это тесно связано с восприятием смерти, с отношением к смерти. Здесь это тесно связано с восприятием себя и степенью возможности полагаться на себя. Здесь это связано тесно с тем, чем был для вас человек, то есть, ну, помимо того, что вы его любили, да, чем он был для вас, что он вам давал. Здесь это связано тесно с тем, что вы не принимаете реальность сейчас, считая, что можете ее изменить. Это связано, первое, с чувством вины, которое родом из детства, я так полагаю, связано с тем, что родители требовали и требуют до сих пор, ну, например, в лице мамы, того, что вы, в принципе, и не должны. Вот. Соответственно, чувство вины нужно прорабатывать. Это связано и с тем, что вам отец слишком много давал, когда был жив. И вы очень нуждаетесь в том, что он вам давал. Это также подогревает какую-то вот печаль, да, это также подогревает какой-то такой вот негатив по поводу, вот, это также вас мотивирует на то, чтобы, ну, продолжать находиться в этом состоянии, в котором мы находимся сейчас. Вот. Следующий важный момент заключается в том, что вам это состояние для чего-то может быть выгодно, то есть вам это состояние для чего-то может быть нужно, вам это состояние для чего-то может быть необходимо, вот, и соответственно, как бы, с этим вот нужно работать, да, то есть вот, ну, если у вас в этом
есть сложности, то есть сложности с, с восприятием вот себя как такого вот полноценного человека. А дальше, я считаю возможным вам в том числе сказать, что вы находитесь в треугольнике Карпмана, то есть в том смысле, что вы пытаетесь спасать своего отца, да, по факту вы не можете спасти того человека, который не хочет спасти сам, а в данном случае, к большому сожалению, речь идет именно об этом, речь идет о том, что человек сам спасаться не хотел. Речь идет о том, что человек сам не желал спасаться, возлагая всю ответственность за свое спасение на вас, что, в общем-то, является переносом ответственности. Я бы сказал, что глобально в вашей семье, вероятно, есть такая вот проблема, что не учитываются границы, личные границы. Ваши личные границы не учитываются. Вот, не учитываются границы людей. Не принято учитывать границы от людей, с которыми находитесь в отношениях, да, вот. К большому сожалению. Из-за этого, по факту, в вашей семье, вероятно, преобладает такой, скажем так, инфантилизм. То есть это вот не способность нести ответственность за себя, не способность отвечать за себя. Вот. И на мой взгляд, это достаточно большая проблема, потому что в таком случае как бы люди, по факту, да, люди в таком случае не свободны при таком подходе к отношениям, в том числе люди не свободны в отношениях. Вот, значит, у вас завышенные требования к себе, вот, в данном случае, в данном аспекте у вас повышенные требования к себе.
требования к себе, он, к сожалению, совершенно не адекватные, потому что, ну, вы говорите о том, что вы там должны были, что вы должны были там что-то делать, что вы должны были ну, как-то по-другому себя вести, вот, хотя тут же в этом же тексте вы пишете, что просто следовали ну, действиям, да, врачей. И это вполне логично, это вполне нормально. Вот. То есть, необходимо поработать с вашими чувствами, необходимо проработать травму, вот, необходимо проживать сейчас те эмоции, которые у вас есть. Вот. Не застревать в них. Вот. Ну, в эмоциях не срываться. Не срываться в своих чувствах. Вот. И значит, как-то вот стараться ну, двигаться дальше. Вот, стараться двигаться вперед. Вот. И как-то вот двигаться в сторону того, чтобы решать свои проблемы, личные проблемы, которые привели вот, собственно, к этой ситуации, в которой вы оказались сейчас. Вот. Потому что оказались вы мне не случайно. Вот. Это и некоторая экзистенциальная история. Вот. Это, ну, некоторый личностный рост, ну, вот, в контексте того, что с вами происходит. Вот это и развитие ваше, необходимо личностное развитие. Вот это и изменение мировоззренческих структур, мировоззренческих позиций ваших. Вот. Ну, естественно, при условии, если вам это нужно, если вы этого хотите. Вот. Если вы этого не хотите, ничего, то, соответственно, никто заставлять вас, ну, как бы не будет, да, никто заставлять вас не будет, там, делать
то, что вы не хотите делать, вот. Поэтому, ну, здесь такой момент. Здесь вот такая история. Понятно, что то, что сейчас с вами происходит, очень больно, и это все предельно, ну, предельно ясно. Вот. Момент здесь в том, чтобы это прожить с максимально, ну, с максимально меньшими потерями для вас. Вот. Если вы, конечно, понимаете здесь, о чем я хочу сказать. Вот. А вот, собственно, то, что я могу вам сказать. Вот, собственно, то, что я могу вам ответить. Травма проживается с течением времени, но ее нужно именно проживать. То есть она именно проживается, травма. Вот. То есть это именно вот, ну, именно нужно прожить. Вот. Сейчас, наверное, ничего другого для вас не остается. Сейчас, ну, вам ничего другого не остается, кроме как проживать свою травмированную эту ситуацию. Вот. И да, делать какие-то выводы, безусловно, чтобы в дальнейшем такая ситуация не повторялась, чтобы в дальнейшем вы не зависели так сильно от того, кто в чем-либо вас обвиняет. Вот. Такая вот история. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится для вас.